Что, ебать, едем штурмовать? Долбоебка нахуй зачепилась. Зачепилась нахуй. За этой. За палкой въебалась. Забери вот этого стемпа нахуй. Иди в ту лёжку, ебучу. Он стыд, сука, не может нахуй идти, ебать. Сейчас, секунду, братан, отдыхай. За мной пивишка гонялась. Нормально. Нема, я сам вздыхаю, ебать. Ты душ, сука. Блядь. Все, вышел. Ебать, сейчас сдохну, ебать. О. Чуть не кончимся. Привет, братан. Я уже рад, я тебя побачу. Пацаны, слушаем, что летит. Вот, проебали, сука, из-за этого, блядь. О! Пацаны, сидели! Ебать, он прицельно ебашил. Связал, на наступне буду сюда, я вам буду. Ебать, воно въебало нахуй в цей блиндаж, что ты хотел залезть. На туре? Да. Ай, блядь! Вылазь, нахуй! Да тихо-тихо, бан! Тихо! Вылазь! Вылазь! Вылазь, пацаны, нахуй! Сука! Та не бачу, ніхуя не чув! Сюда подійди! Ти наїбать на! Туди! Туди там пацани тобі поможуть! Быстрі туди! Туди! Блядь! Пацани мене не туди! Да идем мы, блин, дальше. Ukrainian Security Service, jointly with the Ukrainian Navy, struck a drone depot belonging to the occupying Russian army near the settlement of Oktyabrsky in Russia's Krasnodar region overnight on October 9. This was stated in the information released by the General Staff of the Ukrainian Armed Forces. As a result of the strike, a series of explosions and fire occurred in the warehouse. Up to 400 Iranian-produced Shahed kamikaze drones are stored in the warehouse, according to the reports. There have been no reports about casualties so far. General Staff of the Ukrainian Armed Forces stressed in its statement on Thursday that the attack will significantly weaken the Russian invaders' ability to carry out terrorist attacks on peaceful cities and villages across Ukraine. The General Staff did not reveal what weapons had been used to strike the Russian drone depot. However, in one of the videos posted on Telegram channels, Russians are heard saying that missiles exploded over our heads. It should be noted that Russia used Shahed drones for daily attacks against Ukraine near the Oktyabrsky settlement. Ракета взорвалась прямо над нами, блядь. Ой, блядь, блядь. Я что-то говорю. Полтора километра разбил. Сейчас не полезет, ни пожарники, никто. Там люди живут вот как раз. Ну там же, да, дома. Офигеть, все взрывается.
все взрывается. Вон что творится. Офигеть. Бахает так. Даже предположить не могу, что это. Ой, сейчас опять рванет. Ой, какой огонь. Обалдеть. Творится что? Это просто нереально. Походу горит заправка наша в Октябрьском. Сейчас еще будет взрыв, наверное. Ой, мамочки. Да, это да. Боже мой. Ой, боже мой. Да нет, раз, идите!